You're my miss right, miss right. 널 놓친다면 miss right. Заезженные штампы в сюжете и неправильный подбор актеров могут оттолкнуть зрителя при просмотре дорам. Просмотр дорам может отнять у вас часы времени, поэтому большинство зрителей надеются, что до самого конца они не будут разочарованы. Но это не всегда так. Как заявили пользователи Reddit в майском опросе мнения, есть дорамы, которые, по их мнению, не стоило смотреть до конца. Итак, перед вами 7 из них. «Мой демон». Это история брака по контракту между наследницей и демоном, который потерял свои силы. Некоторые зрители отмечают, что у дорамы было многообещающее начало, но в финальных сериях она потеряла обороты, что превратило ее в сериал, о просмотре которого можно пожалеть. «Красивая Нуна, что покупает мне еду». По ходу развития сюжета в дораме поднималось множество табу, связанных с отношениями, включая разницу в возрасте. Главные роли сыграли Сон Еджин и Чон Хэйн. Зависимое поведение главных героев «Красивой Нуны» и простое недопонимание заставили некоторых зрителей внести сериал в список дорам, которые, по их мнению, можно не досматривать до финала. «Хороший день, чтобы стать собакой». Это адаптация вебтуна о женщине, обреченной превратиться в собаку, как только она кого-то поцелует. Пак Гион играет Хан Хэну, учительницу, страдающую от проклятия, а Чай Ну из «Астра» отведена роль Джин Со Вона, ее коллеги, который смертельно боится собак, и при этом именно он должен снять семейное проклятие. Это была еще одна дорама, которая в итоге ни к чему не привела. Только главные герои наконец-то начали встречаться и решили свою самую большую проблему, как сюжет, по мнению зрителей, стал слишком скучным. «Королева слез». В мегапопулярной дораме «Королева слез» снимаются Ким Джи Вон в роли наследницы конгломерата в третьем поколении и Ким Су Хён в роли сына фермеров. Сериал фокусируется на первых трех годах их кризисного брака и проблемах со здоровьем главной героини. Зрителям Reddit не понравилось то, как были прописаны персонажи, они сочли это слишком нереалистичным, а концовку непонятной. «Силачка Кан Нам Сун». Это долгожданный спин-офф успешной драмы 2017 года «Силачка Да Бон Сун». Главный женский персонаж Нам Сун является двоюродной сестрой Да Бон Сун. «Силачка Кан Нам Сун» рассказывает историю женщины, наделенной сверхъестественной силой. К сожалению, для некоторых сериал забирают клише, из-за чего его не хотелось досматривать. «Доктор в кризисе». Пак Хён Сик и Пак Шон Хе играют главные роли в этой дораме в ромкоме о двух медиках, у которых случился спад в карьере. Оба главных героя, которым уже за 30, вели себя как дети, что отпугнуло некоторых зрителей, несмотря на хорошую игру актеров. И куриный наггетс. Ким Ю Джон играет дочь владельца компании, которая случайно превращается в куриный наггетс. Дорама основана на вебтуне «Дак Ган Гон». Некоторые сочли, что талантливые актеры впустую потратили свое время на такое нелепое шоу, а также были те, кто в качестве причины потери интереса со стороны зрителей назвали неудачную адаптацию вебтуна в дораму. Согласны ли вы с мнением пользователей Reddit? Пишите в комментариях. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!